Детектор лжи вообще такая очень своеобразная штука. Я знаю, что каждый может отказаться от прохождения этой процедуры, от этого теста. Я бы отказался. Я не очень доверяю всем этим штукам. И чиновников нечего. Чиновник такой же человек, как любой другой, имеет те же самые права. Поэтому давайте все-таки будем объективными. Если уж хотите проверять, проверяйте счета, для этого существует определенная структура. Посмотрите, все есть, ничего не спрячешь сейчас. Поэтому я против таких процедур.